Лазаревская улица, Калараш. Лето. У нас всегда летом такая фигня. Скорые стоят в пробках. И почему-то никто ничего не говорит. Наверняка, знаете, раньше, когда перекрывали пешеходный переход, сотрудник, водитель скорой на этом рассказывал, как ему тяжело ездить, как мешают пешеходы, все такое. Сейчас же у нас транспортные средства стоят на встречке. И никому ничего не мешает. И скорые молчат. Все молчат. Проехать по улице практически невозможно. Ну, вот видите сами, слышите тоже. Не улица, а полоса препятствия. В прямом смысле этого слова.